Давай поиграем, Алоха, дорогие друзья, меня зовут Павел Сонов, это игра Dead Space. Ты меня спросишь, почему сейчас и почему Dead Space? Все дело в том, что мне нужны футажи для одного секретного проекта, который не я делаю. Вообще, я тоже мало что знаю, но нужны футажики. Я решил, почему бы не совместить приятное с полезным и не записать отличную игру с отличным прохождением. Еще и польза будет на потом. Dead Space 1, который я давным-давно проходил, то есть я пугаться буду не сильно. Мы сейчас будем играть, как обычно, максимально лорно, собирая максимально все записки, которые потом уже и пригодятся для более больших интересных проектов. Dead Space Horror, насколько тебе может быть известно или неизвестно, поэтому не бойся, я с тобой, мы всех их ушатаем. Давай, новая игра. Легкий, средний, тяжелый. Я только что прошел игру на тяжелом, поэтому там был смысл более-менее. Здесь как бы смысла нет, поэтому на легком. Просто потому что будем наслаждаться процессом. Я сейчас записываю уже, по-моему, третий раз, потому что у меня субтитры не подрубаются. Сейчас вроде на экране все есть, все должно быть. Я озвучу то, что надо озвучить. В остальном вроде игра полностью на русском. Представляешь? Я из трилогии только во вторую не катал, но мы до нее доберемся, надеюсь, в ближайшее время. А что за проект будет потом, как только он всплывет, я обязательно укажу ссылочки. Подписывайся, не пропускай. Electronic Arts представляет. Производство компании EA Redwood Shores. Потом Visceral Games, и ныне она уже закрыта, к сожалению. Игра Dead Space. Миссия SEC ER-529. Киллион. Основной состав. Айзек Кларк, Кендра Дэниел, Зак Хаммон. Директива А. Установить местонахождение Шимура. Директива Б. Починить неполадки со связью. Время точки до сближения 3 минуты. Ай, привет, до точки. Это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с Кирилл. Там все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. И сколько раз ты уже это смотрел? Скучаешь по ней, да? Не переживай. Мы обязательно ее разыщем. Вам двоим многое надо наверстать. Итак, мы на месте. Синхронизируй орбиты. Сколько мороки из-за какого-то обломка. Добыча руды в космосе – выгодный бизнес, мисс Дэниелс. А Эгида-7, судя по отчету, просто золотая жила. Кобальт, кремний, осмий. Так, и где же... Ага, вот он. Мы в пределах видимости. Так это и есть Ишимура? Круто. USG Ишимура. Класс планетарный потрошитель. Похоже, они уже начали курочить одну. Почему нет огней, даже габаритных? Капрал, сближайтесь и вызовите их. Избегайте мусора, мы тут, чтобы починить их корабль, а не угробить наш. USG Ишимура, это аварийная бригада USG Киллион. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Ишимура, прием. Надо усилить мощность передач. Я в курсе. Усильте сигнал. Еще. В жизни не слышала, чтобы на таких кораблях были проблемы со связью. Что там, никто не может поднять трубку? А это что? Битый сигнал, как я и думала. Похоже, у них проблемы с дешифратором. Стыкуйтесь с кораблем, и мы займемся ремонтом. На все 48 часов. Хорошо, ты ее слышал. Стыкуйся, посмотрим, что у них. Грави-захваты включены. Начата процедура автоматической стыковки. Что за черт? Сэр, стыковщик. Что с ним? Мы сбились с курса, мы врежемся. Поднять защиту. Их стыковщик поврежден. Перейти на ручное. Быстро! Внутри магнитного поля. Тряхнулся. Отставить! Нет, я знаю, что делаю. Капрал, выполняйте приказ. Слишком мощно. Все целы? Что? О
чем ты думал? Ты нас всех угробить хочешь? Я спас наши задницы, мисс Дэниелс. Попробуй мы отменить стыковку на этой скорости, нас бы размазало по борту Ишимуры. А теперь успокойтесь, за работу. Капрал, отчет. Потерян сигнал от двигателей левого борта. Рация и автопилот накрылись. Потребуется время на ремонт. Ладно. Вдруг кто поможет на причальной палубе. Стой, Айзек. Я синхронизирую X с системой корабля. Все, готово. Показатели здоровья в норме. Хорошо. Тогда выдвигаемся. У нас уйма дел. Такой сейчас шлем простой. Как лампочка. Добавлено задание. Да, можно двигаться, спасибо. Какое тут тугое управление. Да, изначально хотели сделать игру от первого лица, но в связи с тем, что... Смотреться, бежать... В связи с тем, что хотели показать более сочное убийство и прочее, сделали... Аптечка. Малая аптечка, поднять. А че? Ну, подней. Сделали от третьего. Так, ну, что-то как-то корабль, если честно, я пытаюсь понять. Это центральная палуба, справа здесь столик, монитор и все. А спать или они спят где? Или это малая часть? Ну, ладно, давай посмотрим дальше. Тут тоже еще один стол, да ладно. Ладно, окей. Да это весь корабль, серьезно. Эй, мы не сигналы потеряли. Мы потеряли сами двигатели. Невероятно. Да, был двигатель, нет двигателя, окей. Хотя там, скорее всего, проход, но это не весь корабль, ладно. Так, топаем. USG Ишимура. Будем развлекаться здесь. На борту USG Ишимура. Ишимура — первый корабль класса... Перебои с энергией повсюду. Айзек, разберись с той дверной панелью. ...составляет уже 62 года. На счету Ишимуры рекордно разработанная разработанные планеты и абсолютный рекорд по добыче ископаемых — 14 триллионов килотонн очищенной руды. Зачислены ли вы в экипаж или направляетесь в добывающую колонию на планете, капитан и команда рады приветствовать вас. Надеемся, что ваше пребывание на корабле будет приятным. Concordance Extraction Company. Прокладываем человечеству путь в будущее. Concordance Extraction. Как-то там дальше. А задание выполнил. А что за задание, кстати, было? Сейчас посмотрим. Так, давай вспомним, как управлять здесь. Здесь паузы нет во время. Нет, подожди, спорить не хочу. Вау. Так, откройте дверь. А как управлять, вращать? Мы... Что вращать? Ближе, дальше. Путь-то ладно. А как... Что значит что-то вращать? Это надо... Да, я вспомнил. Тут нумпадом надо управлять. Чтобы ты понимал, игра же была консольная. Поэтому тут надо нумпадиком бахать, окей. Типа такое погружение. Ох, сколько тут лора-то собирать-то нам надо. Так, миссия, следуйте за охраной. Похоже, Шимура сильно пострадал, да и наш челнок требует серьезного ремонта. Где, черт побери, весь персонал летной палубы? Я могу подключить свой X, индивидуальный комплект самообеспечения к голографической схеме Ишимура. Чудесно. Я очень рад за тебя. Сообщение Николь. Как мне его активировать или что я могу? Айз, привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с кем-то. Так все развалилось на части. Это все? Как, может, тут просто что-то на еще скажет? Не могу поверить в то, что происходит.
Это Николь, вроде как девушка Айзека, с которой им пришлось расстаться. И она сейчас находится здесь, на Ишимуре. Ну, находилась последнее, по последним данным. Собственно, поэтому мы в роли Айзека сюда и прилетели. Ну, именно взялись за это задание. Так. Так, для начала. Ящик мы пока не можем ничего сделать. У нас нет ни оружия, ничего. Так, бегать на shift, хорошо. Вспомнили как что, погнали. На спине у нас полоска здоровья. Кредиты. Кто-то торопился, собирая свои вещи. Тут должен быть кто-то из охраны. Ага, только их нет. Вообще никого. Я не регистрирую никаких переговоров. Эта консоль все еще дышит. Айзек, подключись к ней, может, что-то узнаем. Кендра, постарайся запустить лифт. Цепи обесточены, не выйдет. Так найди, где есть питание! Будем работать одной командой, быстрее поймем, что тут происходит. Айзек, разберись с компьютером. Бедного парня уже загоняли. Кран-карты, Джей, кран-задание, бей. Так, я помню, да, что здесь с помощью вот этой штуки можно бацать. Так, давай запишемся для начала. Начнем, если можно. Можно же записаться? Спасибо. Очень спасибо. Так, сохранить. Потому что сейчас будет мясо. А мясо уже близко. Так, не надо кричать. Я контролирую ситуацию, тем более легкий уровень сложности. Ага, там на фоне на английском, да, говорят. Ящики, блин, пока нельзя потрогать, жалко. Итак, да, мы заходим внутрь. Не, я не все помню, я помню какие-то моменты. Начало тут довольно запоминающееся. Отчет о повреждениях. Загрузить отчет о повреждениях. Выглядит хреново. Корабль сильно поврежден. Система туннеля отключена, перемещаться будет непросто. Вентиляция заработала, уже хорошо. Черт, что это было? Запуск системы фильтрации активировал датчики автоматического карантина. Можете все расслабиться. Стойте, замрите. Что это? Это еще что? Тут кроме нас кто-то есть. Огонь! Всем огонь! Огонь! Кендра, питание! Кендра! Давай, давай! Есть! Айзек, убирайся оттуда! Двери открыты! Беги! Немножко все-таки крепленько. Да-да-да-да. Беги, Айзек, убирайся отсюда все! Да-да-да-да-да, бодренько, бодренько. Они просто ушли в другие стороны, чтобы ты понимал, я ничего не делал. Зря. Почти не испугался, почти. Крепово. Наносите врагам максимальный ущерб от стреляя конечности. Прицельная стрельба на правую кнопку мыши. Так, друзья, все, классик. Используйте рукопашный бой, чтобы отбросить врага и сбежать. Удар ногой пробил. Хорошо.
запомним, наверное. Написано на стене Cut of the Limbs, да, ну, целься по конечностям. Ну, подобрать ты его не хочешь? Спасибо. Денюшки, денюжки, денюжки. Так. Я забыл, как переворачивать его? Ага, понятно, на колесико, очень удобно, наверное. К нам дверь ломают, понимаешь? Ломают дверь, я чё? Это были, по-моему, патроны, я не рассмотрел, да? Так, о-хо-хо-хо-хо, допустим, нормально. Так, а закрыто, потому что обесточено. Мне, типа, надо эту штуку перерубить. Ох, что-то там, мне кажется, там что-то есть. У-ху-ху. Не так быстро, парень. Все? Да ладно. Точным попаданием в две ноги лишили парня. Ну, а для уверенности вот так, как бы. Все, готовеньки. Не, помочь этому парню я не мог бы никак. Но это знаешь, что нам говорит, что скорее всего, ну, что еще кто-то живой есть на корабле. У оружия есть фонарик, это прекрасно. Ненавижу выходить из коридоров. Я шуганулся, да. Вот сейчас именно я это сделал, да. Очень удобно. А как опуститься тут нельзя. А поближе? Z ближе. Сколько я бесстрашный, видишь, что смотрю? А как, подожди. Не могу понять, а чё, как это? А, туннель слева. Мы туда, судя по карте, как-то попадем. А, все, я понял, как мы туда попадем. Так, как это вырубить? Хорошо. О, здоровье на спине, чудесно. Быстро аптечка к ее, окей, чудесно. Говорит Бенсон. Всем внимание. Они лезут через шахты вентиляции. Держитесь от них. Осторожно! Назад! Назад! А вот и первая записочка. Когда я тут первый раз был, я просто визжал и трясся от ужаса. Айзек! Айзек! Надо же, ему удалось. Айзек, мы видели еще твари по пути сюда. Ты в порядке? Что это такое? Откуда эти твари? Кто они? Говори тише. Кто бы это ни было, они нам не рады, а половина дверей перекрыта из-за карантина. Нам нужно на мостик. Но сначала починим транспортную систему. Ты чокнутый! Из-за тебя мы все погибнем! Да что ж ты паникуешь? Будешь слушаться меня, я вытащу нас отсюда. Что с транспортом? Чего она паникует постоянно, блин? Да пульт управления накрылся, но в инженерном отсеке должны быть запчасти. Сломанная вагонетка блокирует нужный тоннель. Из-за долбанного карантина все двери закрыты. Отсюда мы никуда не попадем. Мы нет. Но ты можешь. Айзек, если я доберусь до мостика, я получу доступ к данным экипажа. Ты починишь транспорт, а я помогу найти Николь. Вот это торг. Вот это торг. Используй экран карты, чтобы узнать текущие знания в ключевых локациях. Быстрая клавиша М. Сменить задание. А что, у меня есть несколько заданий, типа? Заменить сломанную вагонетку. Так я не вижу выбор. Где-то рядом должна быть консоль доступа, в которой можно запустить диагностику систем. На нас напали, я отрезан Хаммонд и Кендер. Надо найти безопасное место спрятаться. Заблокировать, похоже, ее сумели затащить в ремонтный отсек. Но так и не сняли с рельс. Сломанная вагонетка там. Я понял, окей. Она очень много паникует. Это меня напрягает.
Потому что, как понятно, что ситуация как бы не на курорте мы с тобой, но... А нам немного платят, нет? Слишком что-то прям по тысяче, ну, по 100 находишь. Она постоянно туда нервничает, орёт, блин, что такая дёрганная эта девочка. Инфопанель требуется... Требуется инфопанель, окей, ладно. Так, надо вроде как сейф-комната, сейчас, да, посмотрим, что тут в шкафчиках. Плазменная энергия. Малая аптечка. Хорошо, хорошо. Так, вызов вагонетки. Пока это не работает. Что за журнальчик? Butterstellar Short. Инфопанель отсутствует. Опять инфопанель. Окей, везде инфопанель. Всем в этом мире нужны инфопанели. Чудесно. Доверишь, хотя бы... Да. Уверен. Чудесно. Если бы она так долго не держала меня, было бы вообще офигенно. Так, ну давай еще раз глянем. Я помню, что там налево надо топать. Там что, направо? Не понял, почему направо. А что такое это стазис, да? Окей. Блин, не та кнопка. Блин, а тут... Ну ладно, нормальный путь. Окей, пошли. Направо, так направо. Ох, я помню это. Ох, я это помню. Так, ну со светом тут неплохо, несмотря на то, что выглядит очень дешево. Вот здесь, да, этот чувак пробегал. Конечно, мы к нему подойдем. Не, я как бы на такие, он из него что-то вышел, вылазит. Я на такие штуки не ведусь, как бы. Я, конечно, не уверен, что сейчас он умер. И тут сохранение, серьезно? Тут везде сохранение. Ну ладно, нам как бы не сюда надо. Я помню, что нам туда потом потребуется идти. Помню. Зачем, не помню, но то, что надо, да. Я забыл, мы откуда вышли? А, все нормально, мы отсюда вышли. О, блин, ну все-таки нагоняет страху немножко. Угу. Все-таки немножко кое-где трясется. Я так скажу. Будь осторожен. Стрельба по корпусу мало что дает. Целься по конечностям. Разнеси их к черту. Это должно помочь. Отстреливание конечностей наносит больше урона, чем стрельба по корпусу. Расчленение. Берегите боезапас, отстрелите врагам конечность, либо наноси критические повреждения. Отсекайте конечность, чтобы убить быстрее, для замедления врага отсекайте его конечность. Еще раз скажите про конечность, я не понял. Кстати, нам это говорят ребята, у которых автоматы, которые, в принципе, не заточены по отстреливанию конечности, а только по корпусу. Это по ним бы беспокоились насчет этого. Кредиты. Неплохо. Так, ну давай, жара, я готов. Я готов. Выпускайте по одному. Ну, 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 где? Ладно. Ладно, никого нету. Окей. Ну я помню, что они здесь были. Кстати, смогут. Стази замедляет быстрые объекты врагов. Прицелься, огонь на С, стази батарея Е. Окей, понятно. Похоже, дверь заклинила, Айзек. Попробуй открыть ее стази с модулем, который ты подобрал. Он целиком заряжен, ладно. Ребята, вроде как я помню, без головы они не должны перерождаться в некроморфов, так что... Да, эти ребята называются некроморфы, если ты вдруг не знал. Слушай, это как приманочка, не? Батарея. Слушай, вообще никого нет.
огромные коридоры. Никого нигде нет. Я сейчас пойду направо, посмотрим. Будем, несмотря на то, что, скорее всего, здесь эти... Ну, игра линейная. Это, блин... Тут везде вентиляция, они могут здесь везде вывалиться. Пусти мои яички, пожалуйста, спасибо. Магазин, окей, там этот выход к этому, к перрону. Окей, так, туалет, мужской, женский, давай. Зайдем для приличия мужской. А, у рюкзак полон, это чудесно, знаешь почему? Потому что мы можем... продавать шмотки. Продавать шмотки и... Но надо запомнить, что здесь она лежит. И зарабатывать деньги. Что ты хотел еще услышать? Так. Энергию собираем. Это патроны для резака. Так, 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 так. Ну, тут, видишь, одна дверь открыта. Интересно, оно исчезнет или я потом это смогу подобрать? Так, ну мы за вагонеткой приперлись. Окей, погнали. А, вот это место я помню. Здесь достаточно... Используй статический режим, чтобы замедлить движение объектов. Так, там уже парни лежат. Не думаю, что они дружелюбные. Так, что это такое? Это ящик, который... Силовой узел. Силовой узел подобран. Ладно. Ладно. Не знаю, зачем он нужен. Забыл, зачем он нужен, точнее. Так, включить захват, давай. Взял вагонетку, чудесно. Пока не работает. Ремонт вагонетки. Нет, пацаник. Поэтому. Там. Не-не-не, ты не встаешь. Так, сразу бежим, зажимаемся в угол. Тактичненько. С одной стороны? С одной стороны, окей. Так, бам. Так, аптечка нам пока не нужна. Это что такое? Аудиосообщение. Вагонетка 8 сломана. Мы затащили ее на ремонтную платформу, но сдох автопогрузчик. Мне нужен стазис-модуль. Если мы не снимем этот кусок дерьма с рельс, он заблокирует всю систему. У него... А, это рука некроморфа, ладно. Так, ну давай снимем, так снимем, чё. Бэм. Почему я не схватил? Вопрос скорее... А, он типа не дожимает того, что ли? Давай сейчас пойдем. Сейчас, сейчас, сейчас. Замена поврежденной вагонетки. Пожалуйста, ждите. Пожалуйста, ждите, мне не нравится. Так, здесь вентиляция одна. Датская вагонетка блокировала туннель. Как только заработает компьютер, отправь вагонетку с пульта из комнаты контроля. Только быстрее. Я слышу, как тут что-то скребется. Что тут могло скребстись? Интересно. О, там уже гости идут, смотри. Летящей походкой. Он перебирает своими четырьмя ножками. Это смешная шутка, наверное, да. За ним издалека наблюдать. Вот я его. Тут управление немножко такое дубовастенькое. Скоро замена завершена. Наше отрубание башки, по-моему, самое эффективное, нет? Классика зомби-хоррора. Вроде чувствительность нормальная, но
тут довольно кривое управление из-за консоли. Приходится выкручиваться. Так, что тут у нас? Конечно, тут... Да ладно, я в тебя два раза выстрелил, ты чё? Это были его, его деньги. Так, что-то не дам. Аптечка лежит, ладно. Куча ресурсов, это очень хорошо. Это прям прекрасно, то есть у нас не будет нехватки боеприпасов. Кстати, пока здесь есть эти зарядки стазиса, можно этих ребят замораживать, чтобы они не борзели слишком сильно. Я пытался ее убить. Тут, по-моему, патроны лежали оставшиеся. А, ну ладно. Так, топаем пока обратно. Там дальше еще вернемся. О, как он. От бегающих не надо, пожалуйста. Тут управление. Я чуть тебя задруг. Но он без... А он вернулся. Ладно, вопрос. И друга забери своего. Окей. О, слушай, сколько из них патронов падает. Прям стреляй не хочу. Так, заряди мой стазис. Так, а, ну мы, получается, сейчас в этом, в инженерном туннеле. Смотришь, вагонетку вот мы поменяли, собственно, это она и есть, на рабочую. Теперь путь свободен, окей. Айзек, я обошла охранную систему. Пришлось попотеть, но теперь ты можешь попасть на инженерную палубу. Инфопанель должна быть там. Именно она и нужна, хорошо. Инженерная палуба, скорее всего, справа, да, до конца туннеля. Угу. Жалко, что магазинов нет, бы продавал бы патроны бы и аптечки. Ну, которые нам не нужны, имею в виду. Конечно же. Так, ну, давай запишемся на всякий случай. Айс, тебе нужна инфопанель транспортного компьютера. Она на инженерной палубе. Я в курсе, спасибо. Что бы я без тебя делал? Блин, тут на каждое действие, блин, по три подсказки, понимаешь? На каждое, мать его, действие три подсказки. Потрясающе. Я не настолько тупой. Туплю, конечно, на загадках, но не настолько. Так, ба-ба-ба, спуститься на лифте, пройти прямо налево. Можно чуть-чуть отдалить. Блин, управление, конечно, очень непривычное. Там, в принципе, замкнутый сектор. По-моему, даже помню, что там, там типа такая лифтовая шахтовая зона. Я знаю, направо слышал, не посмотрел. Так, аудиосообщение. Это Бенсон. Смиту удалось грохнуть одну из тварей. Внимание, не пытайтесь попасть им в корпус. Вы должны отсекать им конечности. Хватайте резаки или что-то в этом роде и режьте их на куски. Ты понял, да? Надо стрелять им в... не в корпус. Я, блин, думал, что делать-то. Что делать? Единственное, что, знаешь, тут фигово, это то, что когда они сзади нападают, очень муторно разворачиваются, тогда ты начнешь прицелить поворачиваться. Это Кендра. Дверь в хранилище заперта, тебе нужен ключ. Он должен быть где-то на инженерной палубе. Ну, как бы здесь нет. Что, задание неактивно, задание добавлено? Что ты, что женщина хочет? Что женщина от меня хочет? Найди инфопанель. Транспортный компьютер не работает. Нет инфопанели. Кендра говорит, что в инженерном отсеке есть запасная. Интересно, кто специально отключил бортовую транспортную систему. Если я не запущу компьютер, далеко мы не уедем. Инфопанель заперта на складе где-то в инженерном отсеке. Должен быть нужный ключ. Мы что, обратно едем или что? Да нет, нормально, мы все по сюжету идем. Так, вон один парень, я вижу, тусит. Вот слева второй. Здорово. Бля, прям бачку ему попал. Бам. У тебя там вдруг слева есть, нет? Так, ты тут, блядь. Это был крит.
Или он еще живой? Так, баба-баба-бам, перезарядка. Патроны что-то. Да дайте деньги, нахер мне уже патроны. Деньги хоть есть куда складывать. Я прислушаюсь, я иду медленно, потому что я... Потому что музыка тут играет с моим воспаленным воображением. О, верстачок закрыто, окей. Чудесно. Слышишь, да, они тут по вентиляции ползают? Ух, как они тут ползают. Так, ба-ба-ба-ба-бам. О, здорово. Где ты выбрался? Там еще кто-то или что? О, с него упали деньги. Вот это мой друг. О, страшно. Блин, не попал. Страшно, что я промахивался. Я бы подкрутил бы чувствительность. Да успокойся. Но она не сильно... Там еще кто-то. Ты чё, блин? Ну, вызвали, давай. Я не знаю, куда мы едем. Типа она спустится еще вниз. Блять, карта охеренная. А, типа она подняться наверху. Окей, вопросов нет. Поехали наверх. Не, я могу постоянно Б нажимать, но Б как-то неинтересно. Хочется как бы географию запоминать. Хотя бы чтоб... То некроморф, да, лежит среди них, нет? Неожиданно, правда? Как хорошо, что у них так это, лопатки выгибаются, им можно как раз руки сразу с обоих сторон отстрелить. Там снизу кто-то вылез? А, это этот вагонетка шатается. Ладно. Вот, деньги, это шикарно. Вот, кредиты нам нужны. Все остальное от лукавого. Ой. Говорят, что вторая самая классная и самая страшная. Я, честно, даже жду этого момента посмотреть, что там. Третья, конечно, это... Я несколько раз даже проходил с ребятами. Там веселый шутер. Ты... Главное, чтобы сзади не появились, а спереди пусть лезут сколько хотят. Судя по крикам, сзади, да? Нет, ладно, нормально. Ключ инженерного отсека. Задание в процессе. Сейчас, подожди. USG Ishimura, отдел техобслуживания, аэрокосмические техники, отчет о ремонтных работах челноков. Блять, сейчас так встану, чтобы ни зайки не укусили. Отчет о ремонтных работах челноков. Второй день экспедиции. Сломан носовой гироскоп, борт USG IS-S03. Произведена замена, корабль функционален. Третий день экспедиции. Вышел из строя четырехмерный радар. Борт UG-1 все еще в ремонте. Четвертый день экспедиции. Поврежден посадочный репульсор. Борт номер 5. Полная замена, корабль функционален. Повреждены носовые передние обзорные блистеры. Борт номер 4. Блять, да под такие звуки читать невозможно. Успокойся. Замена корабля. Корабль функционален. Пятый день экспедиции. Повреждена косынка ускорителя. Борт номер 5. Ремонт произведен. Корабль функционален. Замечание инженера. Рай Джей Ф. Второй инженер. Инженерный отсек. Нормально. Информация очень полезна. Живем дальше. Потрясающе. На самом деле довольно кайфовая тут физика. Что там опять? Бам. Бам. Я помню, в третьей части там столько столов, там можно было прям резак сделать, знаешь, такой длинный, который как раз... Блин, о, кстати, об этот... Эту аптечку выкинуть. Как ее... Можно ее выкинуть? Бросить. Хорошо. Где средняя? Дай среднюю мне. Средняя пригодится. И там был прям такое вот улучшение, чтобы не три луча было, а пять. Там, по-моему, прям винтовку-то улучшал. И можно было не то, что конечности отрезать, им можно было просто проводить, блин, разрез футбольных полей. Точный, очень точный. Потрясающая штука. Ну, правда, слабовато она, конечно, по-моему, была в целом. Ну, естественно, блин. А, он уже тут. А, он уже кусает меня за яички. Да ты сдох, нет? Сдох, нет? Вот единственное в этом, что плохо, это управление. Если бы тут было управление
Ну, не Resident Evil, но почувствительнее, поприятнее. А ну, а что, внизу мы не были, да? Было вообще прекрасно. Чудесно, невероятно, аптечка. Еще одна аптечка, блин. Давай, мы какую съели аптечку? Большую, скорее всего, да? Ну, конечно, там, блядь, что маленькую? Или он маленькую съел, да? Вроде маленькую съел, у нас было две аптечки средние, окей. Ладно, так. Ну, место вроде все прочекано. Идем к верстаку. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Па-па-пам, па-па-пам-пам. Сейчас он очень долго, по-моему, будет открывать эту дверь. Нас будут тут штурмовать. Не? Все нормально? Интересно, а враги здесь спавнятся бесконечно? Или... или все-таки имеют... лимиты? Так, ладно, блин. Будем выкидывать другую аптечку. Поднять. Так, что у нас здесь? Силовой узел. Чудесно, чудесно, чудесно. Так, ну... возьмем инфопанель, начнется жара. И, судя по кровище вокруг этого люка, оттуда сейчас вывалится куча ребят. Используйте силовые узлы для улучшения параметров оружия и икса. Собирайте силовые узлы. Продолжить. Ну, давай попробуем, что? Улучшить оборудование. Да. Ремонт наноцепи. Так, что мы вообще здесь имеем? Мы имеем два узла, неплохо. X это наше здоровье, воздух, допустим. Энергия, время. Очки, это что значит очки? Урон, объем, перезарядка, скорость, управление. Давай, допустим. Очки все равно, что значит очки, я не могу понять. Увеличить энергоемкость на 2 единицы. Ущерб. Окей, а X что? Воздух. А, ну это просто... да, очки это просто в пунктах тебе показано, окей. Здесь вообще надо два просто вложить, чтобы что-то улучшить. Давай рюкзак улучшим. АБ объем, да? Еще сколько будет? 12 выстрелов. Да, обычный рюкзак будет самый полезный, поэтому его возьмем. Вообще, узел один оставлю. По-моему, там узел нужен для чего-то, чтобы что-то открывать. Какие-то двери и прочее. Поэтому я его оставлю один, на всякий случай, чтобы потом просто не было неприятных ситуаций. Задание выполнил. Чудесно. Блин, невероятно. Как мы справились? Мы приложили просто невероятные усилия. Так, нам надо топать обратно, где мы, я сказать, девчат видели. Нет, ребят видели. Пам-пам-пам. Я задумался, типа, ну что тут, патроны одни остались, да, и аптечки. В принципе, больше ничего цен. Алло, дядя, ты куда? Что с ним такое? Мало того, что он пережил 3 выстрела. Вон, еще один идет, дружбан. Я тут по сторонам нас смотрю. Но если б не... да, ну, давай ты будешь умирать, а? Спасибо. Спасибо. Патроны дай мне. Нет, в нем нет патронов, как так-то? Я слежу за тобой, ты где-то там, я чувствую, не? Нормально? Хорошо. Из него деньги упали, шикарно. А вот деньги нужны, деньги всегда полезны. Так. О, вот тут то, что надо. Так, ты мертв, я забыл, или нет? Блядь, ты не мертв. Окей, окей, ты не мертв. Я понял. Давай. Все, я понял. Блин, люблю хоррор. Обожаю. Нужна помощь. Да, было бы неплохо, в принципе, если бы вы свой корабль могли, блин, прочинить нормально. А не вызывать инженеров типа нас. Было бы неплохо. Было бы вообще зашибись. Чудесно, прекрасно и миленько. Бодро. Бодренько. Просто...
Можно пробелом, кстати, переворачивать, тоже удобно. Просто в такой игре, где поворачивать довольно напряженно, тебе приходится крутить. Ну, как бы они резкие, понимаешь? В тех местах, где ты как бы. Ладно, давай запишемся уже в этом, в инженерном, как там вот там. На станции, короче. Вот, вот здесь я, короче, самый первый раз, когда вот эта тень пробежала, я пересрался. Прям очень сильно. Я не знаю, почему, я даже прошлое не испугался, по-моему, но вот эта тень, это было потрясающе сделано. Так. Здорово, ребят. Так, что у нас ситуация поменялась? У нас есть запись, у нас есть путь назад, у нас есть... Давай, сейчас им поможем сначала. Подожди, так у меня инфопанель нет, я же ее взял. Ну, с ноги ее почини. А, инфопанель надо вот сюда вставить, наверное, да? Инфопанель. Компьютер транспортной системы включен. Чудесно. Ну, вы там что-то хотите мне сказать? Нет, не хотите, ладно. Я сам... Вызвать вагонетку, чтобы попасть в главный палубу. Инициализация транспортной системы. Система инициализирована. Вагонетка на причальной палубе. Карантин снят. Невероятно. Нет. Так, мы на борту и направляемся к мостику. Отлично. Странно. Карантин только что был снят. Наверное, эта дрянь убралась с причальной палубы. Вот и славно. Айзек, давай на Киллиан и подготовь его к вылету. Мы сейчас на мостик. Встретимся уже на борту. Если доживем. Хэммонд, мы не сможем с этим справиться. Это самоубийство. Ваша низкая оценка моих действий принята во внимание, мисс Дэниелс. Но у меня есть задание, и я намерен его выполнить с вами или без вас. Я ясно выражаюсь? Просто выведи нас, а? Квест будет, нет? Давай, короче, на Киллиан. И приведи его в порядок. У него, блядь, движок оторвало, блядь. Как мы его приведем в порядок? Пришьем его, приварим, блядь. Мы что, инженеры, блин, с 6-м разрядом по сварке или что? А что тут можно? Почему она светится? Ладно. Ладно, понятно, ясно, понятно. Так. Вагонетка в пути. Так, ну, а мне ж надо... А, подожди, ты предлагаешь мне вообще назад топать? Сейчас, подожди, подняться. А, она мне предлагает. А по-моему, мы. Чё, подожди, я ж помню, что мы топали. По-моему, мы должны были на вагонетку сесть куда-то поехать дальше. Давайте посмотрим, что у нас там это. Давай, еще раз. 45. Короче, шикарно, да. Как раз времечко. Плейлист с полным прохождением Dead Space найдешь внизу по ссылке в описании. Подписывайся на канал, смотри другие видосы. Не забудь поставить лайк и обязательно прокомментируй. Напиши, как долго ты, блять, как я долго прохожу, блять, эту игру. Что я ты бы за 45 минут пробежал ее до конца. Я знаю. Мы лорно изучаем мир лампово, мирно, миролюбиво, я бы даже сказал. Несмотря на то, что нас пытаются сожрать здесь. Поэтому не забудь подписаться, играй в отличные игры, люби игры, наслаждайся играми и заскакивай.